А можно узнать, вы чем занимаетесь? Я в кино. Она в кино снимается. Қалайсыңдар, құрметті тыңдарман, құрметті көрермен. Я тыңдап атқандарда бар, көріп атқандарда бар. Эсквайр подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін менде дежавю. Дежавю? Дежавю. Серьезно? Классно идет. Серьезно? Значит, все-таки должно было быть. Ее жестко, да? Сразу давай дежавюдің темасы. Вот мен деген қатты таңғалатын, өте қатты таңғалатын дүние дежавю. Типа, вот на самом деле, когда ты его во сне видишь, сен деген түсінбейсің ғой, что это дежавю. И, грубо говоря, обычный проходной сон. Бірақ дежавю болған кезде. Много часто бывает. Постоянно, капец постоянно. И маған ең қызығы, что дежавю болған кезде, сен конкретно мынау дежавю кем білесің, короче. И, а как это объясняется? Нет, это же просто, брат, настоящее, прошлое, будущее в одно время. Типа таймлайндар қосылып тұрған дейді. Таймлайндар қосылып. Короче, вообще, менде, мен зерттеу керек та негізі оны. Мен білмеймін, қалай жұмыс істейтінін, да? Типа, мен сенбеймін, если, а, это значит, это твой, не знаю, прошлая жизнь, ты это в прошлой жизни видел. Не-не, это не обязательно прошлая жизнь. Это некоторые объясняют, типа, якобы, когда ребенок рождается, что у него вот это вот так вот, вся жизнь вот так вот проходит, и якобы мы теперь уже видим вот эти отрывки. И мне кажется, это как сохранение в игре. Типа, чекпоинт такой. Уже скачанная игра, типа, у тебя флешка. Просто сохранился, дальше можно идти. Байхадын ма, мен қолын бейт тұрдым? Я. Хочешь дежавю ма, да? Сұрақ қойған кезде. Я. Адею ма? Да. Короче, я делал так часто, каждый раз мен ортамда біреу, блин, у меня дежавю десе, мен сразу жоқ қолымды белгілі бір действие істеймін. Системаны бұзады, получается. Белгілі бір движение істеймін, айтам, че, серьезно, дежавю, что ли? Я деп, ол өзінің ойында тұр ғой, да, прикинь, вот это все дежавю, типа. А келесі жолы бір күні, біз тағы кездесіп жатсақ, айтар еді, тағы бір күні дежавю болады. Үшінші рет естіп болады, вот. И бір күні айтар еді, блин, дежавю дейді, мен айтам, че, серьезно, прикольно, да? Сол кезде это будет усилить этот момент, типа, я не знаю, зачем я это делаю, но мне прикольно это делать. Короче, да. Дежавю. Дежавю. Да-да-да, дежавю. Сегодня хочу познакомить вас с ноутбуком Asus VivoBook S15, который выполнен в минималистичном стиле и весит всего 1,4 кг. Здесь стоит потрясающий OLED-дисплей Asus Lumina 3K размером 15,6 дюйма с максимальной яркостью 600 нит. Но главной особенностью VivoBook S15 его процессор Snapdragon X-Lite от Qualcomm на архитектуре ARM, благодаря чему ноутбук поддерживает все технологии искусственного интеллекта Copilot Plus от Microsoft. Copilot является частью операционной системы Windows 11 и работает так же, как ChatGPT. Разница лишь в том, что вы можете использовать его бесплатно на самом ноутбуке. Кроме того, VivoBook S15 обеспечивает использование EE в Paint. Например, если вы хотите получить картинку, то просто делаете набросок, а SoCreator создает из этого изображение в заданном стиле. Вдобавок, Asus снабдили своим фирменным приложением с EE StoryCube для упорядочивания фото и видео, приложения веб-камеры с адаптивным затемнением экрана, а также систему трехмерного шумоподавления и коррекцию освещенности во время записи видео. Аудиосистема этого ноутбука от Harman Kardon, который поддерживает объемное звучание Dolby Atmos. Энергоемкость процессора ноутбука позволяет работать ему до 18 часов без подзарядки, а быстрая зарядка обеспечивает 60% заряда за 49 минут. Если хотите узнать больше подробностей про прекрасный Asus VivoBook S15, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, там все подробности. Значит, смайликов мы вот не до обсудили. Давай, давай. Короче, қазір смайликтардың өзінің системасы бар. Иә. Күліп тұрған смайликті күлетін ситуацияға жіберуге уже... Мен естідім, что біз ана күліп жүретін смайлик бар ғой, біз үшін жіберетін. Иә, ол уже жылау типа считается. Типа, қазір мынандай бір смайлик бар ғой, бір... Истерика? Не. Жылау жаңағы анау бүйтіп тұрған ба? Не, просто жылап тұрған, это типа күлу. Иә. Соны айтқым келіп тұр. Иә. Ол уже тоже... Между прочим, не в моде. Будьте мобитон. А что сейчас, как клюваться не сегодня? Гифка же. Очень бір трендовый бірдене болды, бір момент, когда скелет, типа... Скелет? Ну да, скелет. Умер, да. Типа, очень смешно, да. Либо скелет, и был, короче, этот, тастинг смайлига. Который бал-бал тастар бар, ғой? Это тоже сейчас уже не модно. Біздің заманда ол кринждің белгісі болды ғой, бал-бал тас. Помнишь, Сейпандай? Біздің заманда кринж деген сөз болған жоқ. Жоқ, енді мен де үйреніп алдым ғой. Бұл алмастың заманда. И сол смайликтер
ну типа қазір в основном ахахаха, қатты күлсең ахахаха капсулмен, үлкен буквамен. Да, в основном вхаха, пхаха бар, варианттар көп, схаха бар. Скобка жіберу уже... Скобки, это вообще скобка, это уже какой-то нездоровый, типа где-то манипулятивное, где-то... Есть же такое, типа, хорошо, увидимся, скобка. Это просто или ик скобка, бай. Или ты такой, я это представляю, как типа такой... Да, слушайте, ну я иногда отправляю. Ну, сегодня я подруге отправила скобки, она говорит, я не поняла твои скобки. Я говорю, я смеюсь. Ну, типа. Это улыбка. На самом деле, это улыбка. Когда тебе не сильно смешно, ты просто отправляешь скобки. Скобки даже как. А, да. А, ты на шутку можешь вот так скобки скинуть? Если мне не особо смешно, то ну я такая. О, если мне на мою шутку скинули три скобки, я бы заблокировал. Ты не пришел на подкаст? Ты заблокировал? Да, пошел он, ну, типа. И проигнори, слушай, брат. Слушай, а лучше. Может быть, это просто скуфы? Во-первых, скуф — это просто старпер. Это вообще означает... сильно... Типа тут... как бумер раньше было, что-то. Не, бумер — это вот мы просто определяем, да, там, возраст или там. Yeah. А скуф — это с каким-то подтекстом, с каким-то негативным, да, скорее. Да. Скуф — это человек, который вообще положил уже на себя там болт. Который там сырткельвет негарама. Да. Поэтому уже отбывает. Вы не скуф уже, типа, да? Ты не скуф, я типа не скуф. Типа старпердин новые варианты. Нет, да. Это еще старпер, который вообще там такой. Который вообще ему стало вообще срать. Ты типа ему неинтересно. Имеется в виду... Кім шығарат сөздерді, біріншіден, и что мына смайликтар, ол деген вот прямо, вот қазір, вот, ну, біреу бар ғой, который поставит мына смайлик, это күлкі, да, короче, ну, типа, в мир. Маған вообще сол тақырыптан мақалдар, мәтелдер қызық негізі. Типа, кім мақал бастады? Ну, да, непонятно, где этот очаг. В основном, бізге нелер жаңа сөздер шетелден келеді, да. Блин, насчет этого, бірден айтып берші, метрода тұрым, да, короче. Это такой, метрода тұрым, значит, отырым, точнее. Жанында бір жігіт отыр. И екі қыз кірді. Екі қыз кірді. И ана жігіт бір қызға орын беруді шешті. Да, орын берді. Енді екеуі бірге кеп тұр ғой, непонятка болмасын деп, бірге отырған дұрыс деп, ладно дедім де, мен де орын бердім, тұрдым. И мы оба стоим, я вот так стою, держусь, тұрмыз нормально. И ана жігіт бүйтеді маған. Деп, показательно бүйтеді, мен түртеді. Я на него смотрю, он так дейді. Браво. Что ты делаешь? Я на него смотрю, типа такой, бля. И он говорит, бить тронга, тот джох ты умысл. Сават. Ты красавчик. Прикинь, сават. Типа, не-не-не, он такой, типа, мы молодцы, и разговор вообще мы, типа. Ну, это имеется в виду, там не нужно за это, типа. Не, а может, это другая ситуация, прикинь. А ты бы не догадался, если бы я не встал. Да, не-не-не, брат, у него такое было, типа, типа, хорош, мы молодцы. Я такой, блядь. Ладно. Слушай, когда ты не можешь сказать нет. Ну, для него, может быть, это победа, брат. Ну, да. Ну, вот, менің ойымша, их разговор беру деген бір шықындай беткен. Но у нас в менталитете это нормально. Самый осындай неден, ең қатты манипуляция, это поезда, ой. А, блядь, твари. Үлкен кісілер келгенде. Ну да, я же из-за этого специально покупал за месяц, доплатил на нижнюю, чтобы, конечно, вы пришли. А вы как поступать? Вы отдаете место? Мин, короче, я просто прихожу, вещи закидываю, резко постель салам, да? И хорошо. Ну, вот, это же тоже уже дискомфорт. Почему? Это уже дискомфорт. Почему поэтому? Он должен... А может, ты хочешь посидеть? А, мол, собственно, вот, олдавар, короче, типа, знаешь, ну, вот, сон, типа, вообще, не их за, в целом, астын горын деген, жатын орыны ғонды, короче, андай, отруғарны ума, короче. Тамақшу келгенде. Тамақшу келгенде, и андай, сен жаспаласын, короче, типа, и просто тупо отыра салат, короче, и в какой-то момент ты, короче, там, сенің аяғында отырады, қағы бітет, жалпы, по-моему, плацкартқа адамдарды аяқтарын исінін қарап кастинг жасап өткізеді. Так, вы не подходите, вы помылись. О, подойдет. Надо перед тем, как они зайдут, сразу, ну, ставить умывальники вот эти, чтобы либо ноги, так, ноги мыли. Она же то еще когда с плацкарта на плацкарт, просто в джунглях, как видишь, вот так, она не лет. Он сонда, идея олған, помните, Temple Run ойын был, давай? Не. Вот примерно сонда, идея олған, как плацкарт ран, короче, типа, прикиньте, джугресін по плацкарту. Аяқтар, короче, адамдар. Все кресін цесін, типа, да? Прикольно. Не, вообще, это же тоже, без, вообще, у казахов, когда ты молодой, очень много вообще манипуляций со старшим, да. Кто может манипулировать тобой? Но у нас, к сожалению, менталитет так сложился, что да, ты не вот только он. В автобусе, это ты вот в метро, пусть... Это даже родители, по идее, тобой манипулируют, короче, ты такой... А вообще вот как вы относитесь к тому, что, типа, когда родители говорят, без сын, без сердек, сын, без дертина, хорал гирексен, асрал гирексен, сын, короче, должен нам,
И ерсен тоже должен нас слушать, короче, это, ну, там много манипулятивных странные таких отношения, вещей. Брат, тогда. То есть, меня значит, у вас странно. Если у вас нормальные отношения, как будто она не должна, типа, возможно, может даже еще не доверенный шагар, да? И тебе навязывают чувство вины, короче. Да, это неправильно. Я не просил вообще, я не просил, чтобы меня выражали на то, пошло. Это ваш выбор был. Олдыген, казыры, там, допустим, уже, там, шительдик, типа, это, шительдик мышления сундаева, что, типа, это не я принимал решение, там, это, там, родители говорят, это я принял решение родить этого ребенка, да? За это будет хейтить. Да, за это будет хейтить, да, конечно. Но, типа, бізде ол деген, как всегда, вот это атанаға құрмет, там, короче, вот сами конечно, беседа. Но у нас в менталитете это уже заложено. Ну, то есть, это сейчас современные, сейчас дети будут говорить и говорят, что, типа, ты мне не даешь вот это, вообще не трогай меня, у меня личные границы, вообще зачем ты меня рожала? Айтуре сол турал, короткометражка цирта. Тем более, мы что, меня хатсом был ганул короткометражка. Yeah, yeah. Погоди, yeah. Это которые... Я. 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 Все курен был, да? Их идея, что вам, брах, кишки не смогли реализовать, как я хотел. Астанада Цюргендерин был? Я. Все, что мы списали здесь. Вообще, эта тема родители и дети, маран, хатта жахну, потому что я сам прошел тот путь, когда мне пришлось сказать родителям, нет, я буду делать так, как мне нравится. И они, когда мне навязывали чувство вины, я говорил, что вы от меня хотите? Mm-hmm. Я не просил, чтобы меня рожали. Да, типа. А во сколько в семье? Четверо. Я старший еще. Менде это свою историю. Менде это свою историю. Ответственность себя перекладывается сразу. Да. А я говорю, почему? И они требовали у меня в 20 лет, чтобы я всех обеспечивал, короче. Да, да, и я да. говорю, мне 20, типа. Да. Или там 18 уже такая тема была. Да, там да. ты должен идти сейчас работать там вот сюда, куда я тебя сейчас устрою. И я говорю, в смысле, я хочу быть режиссером. Да, да. Меня выгнали из дома, короче. Типа, ты тогда нам не сын, короче, вот так. У нас родители консервативные, они не понимают. Да, но в целом это такое, я понимал благо, короче. А худай гашкур, что было окружение друзей. Это в школе тоже там не понимали, но у меня был конкретно Кент, с которым мы разделяли наши такие современные мысли. Mm-hmm. Он с Олей Кимсберге это постоянно обсуждали критически. Как вообще, что? Как надо двигаться? А ты в это время сепарировался от родителей? То есть, кетават пенг атналарнан? Или бригитурпен? Я бригитурпен. Вот этот момент самый манипуляция толуги сделал. Я, мен, он сих же сходился. Он сих же сходился, мен говорю, все, я. Сепарация. Типа, мен, и я вот ушел. И все. Манипуляция. Да, и вот короткометражка, да, я вот идея была в том, что прикинь, если бы была возможность отказаться от своих родителей. За то, что они... При достижении определенного возраста, там, ребенок имеет право, там, усопить. Это фантазия. Он тут часто, короче, ты такой... смотрите. Да, расскажу. Да. Типа, он тут часто, ты приходишь, короче, и тебе дают там, ну, специально есть компания, угу. которая занимается такими вещами, государственная. Угу. И к тебе приходят и говорят, вот, типа, он тут такие толдность, вас устраивают ваши родители? Если да, вы можете продолжить. Вообще были в обществе вот, если нет, то вы можете отказаться и выбрать других родителей. Mm-hmm. Прикинь? Более экологичных. Mm-hmm. И сонда и тема вообще фильм, да. Бірақ 14 жаста возраст кішкене не окрепший сияқты кішкене. Мысалы, мен де есімде 14 жасымда, я бы мог сказать, да я ухожу, все, меня тут не любят. А в 16 осознать, что вот он, я тупой был в 14. А қазір еще вот эта граница взрослости, бір жылжыған сияқты кезінде 18-дегі 20-дағы адам. Помните, 30-дағы адам бізге деген прям мандай. Қазір біздеген кейбір кезде 30-дағы адамдар не істейтін білмейді на самом деле. И там 18-дегі условно балаға там, да, допустим, қазір большая проблема же, вот это, кстати, обсуждается она тоже, что сен 18-ге келген кезде человек нужно, ну, у него стоит выбор, там, грубо говоря, если по старой механике, это выбрать профессию всей твоей жизни. И для некоторых это, то есть это там, допустим, там, блин, ты учишь на техническом образовании инженером, да, потом бац, короче, режиссер Уоллесом, да, условно, mm-hmm. короче, сундай сяхт. А Олдыген еще же, это же вот тоже надо, это надо им объяснить родителям, да, тустарға да. объяснить, mm-hmm. короче. Мен мысалы геолог по образованию, прикинь, короче, mm-hmm. я должен был месторождение копать. Мен теплоэнергетикпын. Теплоэнергия, а вот стёк, да. Артист оперного театра. Артист оперного театра, ну, плюс-минус, я. Им, прикинь, теплоэнергетикпын, мен там, условно, фальга сяқты бірдеңе, мен трубаны уретін еді, короче, мен соны астын қазу жетін еді. Грубо, я. А сен кім геолог, кстати? Журналист. Сен журналист, ну, сен, в принципе, алыс кетпепсің ғой. Ну, ты, да. А ты не боялся того, что, ну, вот, сен, мысалға, темын, но я,
я, да, это же очень опасно. Кино вообще, в принципе, это же, ну, как бы, это красиво, но это и зло. В том плане, что идеи, которые мы показываем, Халк, они же не понимают, что это чисто творчество. Тем более дети, они это все впитывают. А я не могу за всех ответственность брать? Конечно, ты не можешь за всех ответственность брать, но в то же время ты просто, ну, то есть... Все вообще, я, кстати, тему, вот да? сильно против вот этого мнения, что когда там, допустим, что... я за что-то ответственность. Что Сен даст то, что ответственность, и что в целом, там, это допустим, манипуляция. Кино... Нет, а вот, вот это, кстати... Нет, с твоей стороны да, это манипуляция. С твоей стороны манипуляция была. Со стороны общества Люкин манипуляция, когда говорит, сендер неге там, допустим, кино, халка, неге мындай дүниені көрсетесіңдер. Вот сумбейді ғой просто. Вот я, например, понимаю, да? Я понимаю, не, вот, вы понимаете, вот но... Вот очень классный пример был, когда вот есть же популярная речь Павла Воли, когда говоришь, если ты не хочешь, чтобы твой сын был Бартом Симпсоном, не будь Гомером Симпсоном. Да, типа да. Все. То есть я не даю воспитания людям, то есть на самом деле, да? То есть им их воспитывают их, и их родители. То есть и когда на меня накидывают, вот ты пропагандируешь наркотики и так далее. То есть, не знаю, я когда щегол был и смотрел все, но я не пошел там, ну, да, и употреблять. Да. Там. Не, то есть это Аркен Уизен Бассен. Это не твоя идея была, но имеется в виду, что это все равно, к сожалению, это имеет влияние на... Я знаю, что... Да, 100% имеет влияние. Просто если изначально базовое воспитание нормальное, ну, то есть родители вкладывали своих детей... Типа как элементарно, почему? Не хочешь пить колу, не пей сам тоже. Да. Я к тому, что почему аудитория, которая... которая не изменится после твоих сериалов про наркотиков, но не хотят увидеть сериал. В чем их вина? То есть из-за тех людей, которые могли бы поменяться. Да, и типа, чем... они же тоже хотят пострелять. Да, и в чем моя вина, что мои... я хочу реализовать свои идеи. Ну да, да, тоже. Mm-hmm. тоже ну... Кино, искусство ума, развлечение ума. Искусство. Я считаю, что-то сейчас что-то между. Что-то, вот мне тоже кажется, что это что-то между, потому что киргизия тоже вот это вот рум. Так развлечение. Что мы подразумеваем? Досуг? Досуг. Досуг, то есть. Если досуг, то музыка абсолютно. Нет, кино изначально, а изначально олдеген как будто было, то есть когда как бы, средством для отдыха, да, то есть это синдеген, там какой-то там парк аттракционов, начинает крест, да, и ты ровно то же самое, син кино гарайс. Потом, конечно, да, она... тогда искусство, да. Тогда искусство. Мне кажется, можно... это может быть и развлечением, и искусством просто. Зависит от того, что ты выбираешь. Yeah. То есть я как автор, я могу относиться к этому только как к искусству. И делать авторское кино, которое только как я считаю. Да? Кто-то есть коммерческое делать и говорит, если меня больше людей смотрят, мне кайфово. Килинка Сабинка не искусство? Да, Килинка... Не считаете Килинку Сабинку искусством? Я считаю, что да. Своего рода, да. Окей. А считаете ли «Реквием по мечте» искусство? 100%. 100%. Окей. Килинка Сабинка для меня больше развлечение. Ну, если смотреть в отрезке времени, то это уже арт. Мне кажется, это как называется? Типа, когда что-то со временем становится настолько культовым, что это уже типа искусство. То есть это время сделало. Да, это время сделало. Это очень уникальный продукт, который реально один из там первых был таких продуктов. Казер недавно читал. Warcraft экранизация была в 2016 году, помните? Да. Захейтили на нет, короче, да, его да, просто. Обычно, сейчас, да. Да, сейчас она, короче, она уже, а, да? Блин, оказывается, было не так плохо, да? Ну, короче, Копиндер, да, слово. Уже сунда, вот. Но Келинг Сабинка, допустим, продолжаем, мин уимша, как будто Келинг Сабинка, ол деген, вот жаңа, окно Вертонан, брайт, казырга, как бы, тахырптың, вот это вот, про семейный бытовой насилин, бір үстін, бір Тыртуеткин жоқ, братан, он нормализирует. О, не. Они нормализируют, но, да. Видишь, не, он, короче, это как будто показывает... Келинг Сабинка ужас, это не, мое мнение. Типа то, что они сильно позитивно это романтизированно показывали? Да. То есть, оксы неге келіп, алып қашқаннан кейін келіп, соңында оны көндіріп, что она потом, типа, такая счастливая. Мүмкін. Ну, это нормализация. Они такие, это нормально. Вы можете алып қашып, ертеңінде она будет счастлива. То есть ты тоже, братан, сейчас накидываешь ему ответственность. Кому? Адамбаев? Да. Не-не-не. А, да? Да. Ну, то есть ты пытаешься ему накинуть... свое мнение говорю. Да, но ты пытаешься ему накинуть ответственность, которой он не ответственен.
По идее. Нет, даже когда я тебе, например, говорила, это не было такого месседжа, чтобы типа сделать так, чтобы ты чувствовал вину. Понятно. Ну, смотри, здесь какой момент? Ты просто пытаешься его осудить, его творчество осудить. То есть базар нет. Если смотреть так, то базара нет. Но он-то как автор, он не делал для того, чтобы популяризировать. Он просто играл на том, что сейчас конкретно есть. Нет, это не актуально. Это просто нормально для них, ну, то есть в обществе. То есть он просто для того, чтобы отражал отражение общества. А прикиньте, если он так сильно не парился, просто написал... На самом деле, если посмотреть на это глубже, да, то есть он сам, мужчина, играет эту роль. То есть и в этом, наоборот, он, может быть, угорал над этим. Что если бы я, как мужчина, был бы на этой роли, как бы я это чувствовал? Ну, это капец, по идее. Ну, короче, смотри, мен айтқан ман, ой, сори, мен нажақтан дай, оған ответственность итеріп отқан жоқын. Или там чувство вины тоже, да им срать, во-первых. Но так, мен жай өзім мнением, да, менің ойымша ол бейтіп тұр, мне это не нравится, деген тезис мен. Окей, окей. Типа, также могу сказать, шулома говно, там, тут, да, условно, и это будет мнение. Конечно, брат, да, просто это, то есть здесь тоже это нормально спорить насчет этой темы, у каждого есть свое мнение, и там я могу считать, что так, ты можешь считать, что так, кто-то меня обвиняет, что я там шекер снял и романтизирую жестко наркотики, и он будет прав, может быть. Ну, у каждого свое мнение. Хотя на самом деле ты показываешь закулисную жизнь, которая как она... Да, я просто отражаю реальность. Ну, я так считаю. Да. А, шикер. Угу. Полный метр. Почему там тебя нет? Бам. Ек сезон да сен өзім түсірді. Ек сезон екеуінде өзі түсірді. Негізі өте қатты түсіргім келді. Бірақ ең басынан бастап у меня было ощущение, что не пойдет, короче. Но я такой, вызвал манипуляцию, рассап, алдап, такой, да не, сейчас будет нормально все, да, питап. Начинаем писать сценарий, сценарист пен уақыт өтет, жазам, жарты жыл уақытын кетірем, жазам, уже оператора нашли из Москвы, классный, типа, и сонберн, уже вот 20 күнде съемок, я готовлюсь, много чего не готово, но я такой позитив держу, иду, а менде уже келесі, вот қазір түсірген там полный метр, уже жақын, а мы время отодвигаем, 20 күн қалған кезде, уже там нельзя некуда отодвигать, и командир, продюсер, этот нам не нравится сценарий, который вы со сценаристом написали, потому что он там недостаточно коммерческий, по их мнению. То есть он не зайдет зрителю, да? Как, ты же хотел как «Реквием по мечте» сделать. Кинотеатральном прокате. В кинотеатральном прокате он не будет успешен, да? Сериальный вариант «Девайт Тумас», он, да? Теория «Вахтар». Сериальный вариант «Мест». То есть наоборот, что он... Ну, у меня идея была в том, что я хотел этой частью закончить. Я хотел, чтобы жизнь Алдика превратилась реально в ад. То есть там есть свои аттракционы, и мы со сценаристом вместе, с которым мы там первые два сезона над этим работали. Но когда то есть это произошло, сценарист... Потом продюсер говорит, переписывайте, давайте будем найдем в тот вариант, который будет и нам нравится, и вам будет нравиться. Мы такой на депресснике, это уже под Новый год. Мы такие, капец, все, типа, надо удалять, заново писать. Короче, уже всех надо команду, типа, вот они готовы, и мы такие, все, назад заднюю даем, остаемся, и я ухожу в отпуск. Думаю, надо отдохнуть. И под Новый год мне говорят, что сценарист не будет писать, и он ушел. Это сценарист, который первые два сезона писал. Арскаунф. Да. Я такой, капец, не Sims. И қайтып келем отпустан, и здесь басқа команда, ну, жана сценаристтарын командасын, жана бана сценарийға отвечать еден продюсер табатта, сөйтіп жасайды, сосын айтады, давай саған, типа, бірінші драфт көрістейік, типа, жақсы болады бәрі, деп, по-новому қараватырқ историяға, деп. Сөйтіп жақсы дейм, и келем, слушаю, читаю, слушаю, потом прихожу на встречу и понимаю, что мне вообще не нравится. И это не шикер, это вообще басқа, короче, история. И мы спорим, турцағат бой, просто. Я им свое объясняю, они мне свое объясняют. То есть бағанағы новый келген продюсермен. Сөйтіп, бірақ басқа бағанағы генеральный продюсер выбирают сторону того продюсера.
Я не говорю, что он прав, и его вариант классный. Я говорю, все, он да, типа... И потом я такой ухожу думать, бюргену олейм, и келесу на келем, да, и там, короче, условия простые, короче, маган, дайте свободу, дайте мне делать сценарий, который мне нравится, дайте мне команду, с которой я буду сам писать сценарий и сам сделаю вариант, который мне нравится. Либо, и еще дайте мне время до сентября, чтобы я в сентябре снял после вот этих съемок. И либо я ухожу, Дим. Смотрят, мы не можем так рисковать, давать тебе историю, писать, ты насекаля, потому что ты не сценарист, и там сонда секаля этот, все окей, он домен аргатежен. Ты инжибердин, ба? Бузумен? Да, по идее. Ханша, я бы не говорил, что типа легко дальше, брах, я хотел закончить историю. Я ненавижу что-то не заканчивать, по идее. Мен прямо, да, кишкантык из-за травмы у меня. То есть у меня там акем постоянно как-то жестко сөгет, негер бірденке бітірмесен. И сол секілді боп қалты мен. Гештальт боп қалты. Гештальт боп қалты. Я вот как будто не закончил, потому что тот сценарий, который мы написали, он был реально крутой, ну, я так считаю. А я слышала, хэштег, что вы хэштег хотели... Крыныс Айторекат. Хотели снимать в Корее, да, изначально? Вот это был еще это третий сезон, который мы хотели снимать. Мы в Корее, там продюсера ездили в Корею, и сценарист ездил в Корею на скаутинг, потому что они давали какие-то... Мы же выиграли в Пусане, и они говорили, приходите, мы вам поможем, чтобы здесь снимать. Сисой Баргамбас, брак, здесь не было бюджета, чтобы так снимать. Поэтому мы здесь... Ну, здесь все было в рамках Алматы, Алматинской области, сондай болды. Но там сама драма классная была. Ну, сол, енді не получилось, бюрмада, сондықтан я решил, что у меня здесь следующий фильм, в котором мне дают творчество, меня верят, дают все условия, дают большие деньги, дают проценты с проката. Я такой... Типа, а чё, зачем я здесь пытаюсь биться, там хинал вообще, где мне не дают то, что мне надо, а здесь мне все дают и говорят, просто делай. И я такой, а здесь тоже история классная. И я такой говорю, блин, надо кайфовать, потому что там, ну, одно из моих вот первых после дебютного фильма, я понял, что одно из важных решений, которые я принял, это я больше не буду делать ну, пытаться доказывать там, где в меня не верят, короче. Там, где меня пытаются ставить под сомнение мои идеи. Если реально мне доверяют, а в первом Шекере было так, я пришел, ничего не умел, не было никакого портфолио, мне просто сказали, мы тебе доверяем, делай. Это была твоя самая первая большая работа? Да, вообще первая, первая большая работа. Потому у меня даже короткометражки не было. Клиптражка была после Шекера. После Шекера. В основном клиптер был. Да, да, клиптер. Я просто залетел, и никто нас не контролировал, мы просто делали, кайфовали, ребячились, короче, и сняли. И в итоге получилось. И сейчас на первом полном метре... Жандырган проект был ангенгой. Я. И потом... Первый полный метр я снял, там было очень много контроля со всех сторон, и было тяжело. Я для себя принял решение, что я не могу так работать, и вот на фильм, да, я вот кайфую сейчас. Манипуляция на тему с накайта дангиси. Ертең мысалы... Не получилось манипулировать. Жо-жо-жо, манипуляция на тему с наисек мысалы, просто казар, вот там, допустим, да, уже шекердің бір өзінің бір определенная аудитория сваружен, уже қарақ қалған, да, и казар там көбі мүмкін, там, ой, айтори түсірмет, значит, ол басқа история, деп, там, бармау мүмкін, да. Айтори тоже может, ну, там, допустим, сказать, да, не моя история, короче. Может сыграть еще то, что, а так, айтори түсірген жоқ, ну, надо посмотреть, как там. Да, он дойдет, ну, вот, что бы ты пожелал, тут, бар курсын ба, и сен өзің көресің ба, бірінші. Я не знаю. Не мен бар курем по-любому. Брак, я не знаю, как получится. Я не могу советовать. Ну, вообще, я в целом... я, короче, сейчас уже я отпустил и снимает реально хороший режиссер. У него свой стиль, басқаша түсірет мүлдем. И это, скорее всего, будет вообще другой Шекер. Реальные, может, фанаты, ну, то есть, увидят вообще другое. То есть, ну, может быть, это будет даже круче. Может быть, будет не круче, там, вообще по-другому будет. Ну, то есть, все равно мнение разделится. Не, 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 а может не угадаешь, конечно. А может, поделиться сенде, сенің планың бойынша шекер дарковый лавол, но больше? Раз, потому что там звучало слово коммерческое. Что да, они хотели, мне что кажется, надо... это было
это была трагедия. Трагедия. Это была жесткая трагедия. Соган сескеніп тұрды ғой просто. Да, да, конечно. Но это нормально, потому что это все равно для них это бизнес. Ну да, да. И они думали, что это может не окупиться. Да, да, да. Мне, кстати, извечный вопрос продюсерлер мен режиссерларын. То есть вот творческая свобода, да, но при том, что, ну, как бы, ну, деньги не твои, есть деньги продюсера, да? Это сейчас уже продюсерское кино. Да, и продюсерское кино, которое, ну, то есть он понимает, что он должен заработать. Вот слуги, типа, кто прав... Ну, тот же пресловутое слово пацана, да, то есть когда банк от Кингизи, то есть там же пересняли же его. Его пересняли, то есть там финал, вы же видели, да, и ту версию, то есть там совершенно два разных финала. Я не смотрел. Не смотрел? Там совершенно два разных финала, то есть ну, то уже в какой-то момент уже куркет даже от кэшликтен, что казарь, блин, катта романтизация гитхалу мэнкэндэп, например. Ну, мне кажется, это все маркетинг был. Даже то, что там пацаны пошли, нет, избили, короче, этого чувака, своего пацана Чушпан Деп, это все маркетинг был, мне кажется. Вполне возможно, чтобы для шума, а может быть, нет. Это был естественный маркетинг, то есть не то, чтобы маркетинг, это было, это произошло. Как маркетинг. Да, это произошло, это было шумно, то есть такой некий черный пиар. Менің ойымша, все-таки бір мезгіл идеологический аппарат қосылған сияқты бұл сериалға. Да, да. И идеологический аппарат қосылып тоқтатқан кезде уже сами производители такие, ну, то есть вот эта утечка, она была уже от производителей, понятное дело. То есть там, о, кто спер, непонятно. Ойын қазақта солай болды ғой тоже. Ойын қазақта хотели 60-тағысы келіп прокаттан. Иә. Жоқ, кстати, сразу айтам, ол вообще басқа тема. Он вообще, ол изначально, ол бастапқысында, Ойын қазақ киносы, бастапқысында кинотеатрда тек қана 10 күнге ма, там екі аптаға ма. Өйткені сериалдан жиналған. Сериалдан жиналған, бетке ешкен жоқ. Ол просто, ол арғарай, то, что там снимают, анауымна, ол уже совершенно басқа шум. Потому что бірінші 10 күн аз адам көрді. И потом начало, когда он закончился, хайп өсе бастады. Хайп өсе бастады. И вот сол кезде кетті манипуляция. Сол кезде каждый шығып тиктоктан уже жылап. Алып тастап жатыр. Хотя изначально Оян қазақ киносы шыққан кезде, ол изначально ограниченный прокатта болды. Ол сразу, ол айтылған, бұл даже предпоказында айтылған ол деген. Мен жақында ғана кіммен, Мұратпен сөйлескем, режиссермен, ол айтты жоқ, құрт, ондай ештеңе болған жоқ, ол изначально. Сондай нелер тез тарап кетеді, негативный нелер, алып салатыр. Мен бір уже там сол нелерін тарағаннан кейін бір уже ағалар бана застольеда үлкен кісілер уже абсурд етеді, аналар алып тастап жатыр екен, алып тастап жатыр екен, ой, постоянно сөйтеді осы біздің государство деп, сондай нелер тарап кетеді да, тез негативный. Негатив тез тарайды. Я к этому, что это сработало. Это сработало. Я не говорю, что это было специально сделано, что они хотели убрать потом. Да-да-да. Типа, они убирали, потом басхажа. Вот это то, что слово пацана хотят отменить, это тоже как маркетинг инструмент. Я-я. Yeah. Это капец, караваны хазыр могут отменить все, короче. Это как уроки продают, когда последний день доступ и все. И все, бэр, подписка на алп, так крэп, короче, не степ. Алмаз, это алмаз. Синдиград, да? Синдиград, да. А Шулама, это, получается, твой первый проект, да? Я дебют. Актерский. Вот битки гарап утрыгай туда. Не-не-не, имейте в виду, роль, волоп. Я короткий метр был, вот как раз алмаз. Зикон зал на прикол стагам, без них, я говорю, них дебют твой тестанс, я говорю, всем за короткий метр дать стангу. Не, ну как большая роль, да, это же. Без дебютант пол, чопа. А я видела, что ты вообще изначально намеренно, да, брал дебютантов? Совсем новые лица же там. Кстати, ну, кроме Аяна, кроме... Вот у нас... Просто мы вначале хотели взять профессиональных актеров и научить их читать рэп. Но не получилось. Ну, это задачка такая сложная. А ты читаешь рэп? Ну, я как раз-таки тут беру вот эту часть, где... Ну, он музыкальный, он умеет петь, на гитаре поет. Ты чисто на припевах получаешь. Да, 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 он на припевах. А там пацаны прям такие... Вот, а потом мы... Поняли, что это не работа, и актерам поставить флоу именно уникальный невозможно. И ну, ты есть, искал рэперов, получается? Я именно начал искать рэперов. И у кого есть потенциал, что кто мог сыграть? Қорықпадым ба? Знаю, мне кажется, просто мне нравится, по идее, так работать. Мы прям полгода с ними, и они учились у acting coach. Для меня у тебя казалось... полгода была подготовка? Да. Это ну, почти. Так хорошо. Да.
Но мы прям подготавливались, мы читались много, мы на ногах читались. Репетировали. У нас сидел человек, который такой, вот здесь надо по-другому сыграть. Это же просто боль наша. Да. Потому что нам не дают столько времени на подготовку. Да, там даже ты за месяц, ну как бы ты ничего не успеешь. Да. Брат, тогда не мотор дейді ғой. Я актерларға уақыт берсе режиссер. Да, тяжело негізі. Менде потому что бірінші сұрақ болды. Постер нелерді көрген кезде, первый трейлер кім? Кім деген сұрақ. Сен танымын, ладно, баяғыдан сен танымын да, сонда кім деген сұрақ болды. Мен сол кезде потом, блин, неужели қазір, ну, типа риск на самом деле. На самом деле, то есть, ну, как бы там... В этом плане продюсер, кстати, они не лезли в того, кого я выбираю. Значит, на кастинге, да? То есть кастинг жағынан, кого я выбрал, мы тех и оставили. Хотя они, у них были моменты, что они говорили, главный герой, ұқсамайды там, типа. У тебя онлайн был кастинг в Инстаграме? Да, онлайн тоже, да. И офлайн. Вот, главный герой Дододосон, он из Каменогорска, мы нашли его. Вы по всему Казахстану искали? По всему Казахстану искали. Вот этот Демил, он тоже из Алматы, случайно, он там отправил заявку, мы посмотрели, я говорю, о, блин, капец, классно. Вообще, а Алмаз, ты изначально знал, что ты его возьмешь? Не, там наоборот. Это наоборот очень долго было. Расскажи, да. Как ты, кстати, попал, да? Меня не хотели брать же. Потому что мен Айтөренің ғана емес, енді продюсерлердің көзінше, и так, Айтөренің көзінше, мы же до этого знали друг друга, мы виделись в офисах. Не были капец кинты. У меня был слишком сладкий. Ну, я был, да, типа, я же нефор, я одеваю, у меня бусы там, я что-то еще, я не похож на типа там с Темиртау. Поэтому он басында это не монтировалось чуть-чуть, типа. И меньше шашим зон еще. И он такой, ну, не знаю. Не, знаешь, что самое было для меня другое? Потому что твой персонаж, он пассивный. Он должен быть такой, убегающий от проблем и так далее. Да. А я активный такой, еще. А он активный. И когда я с пацанами их вижу, он их съедает энергетически. То есть он такой сразу, а, где пить? То есть он ведущий, короче, активный такой, бэрн, вообще. А его персонаж, наоборот, он там среди них черт. То есть, ну, типа, он такой, в тусовке, наоборот, все над ним прикалываются, короче. А на тусовке, наоборот, он часто же обычно в жизни. Да. То есть для него было, у меня была такая, сможет ли он перестроиться? Вот смог? Это у меня было. Смог. Хорош кино. Нормально было. Кино у тебя хорошее. Но я не смотрела, кстати, фильм этот. И поэтому мы на два лагеря. Да, кстати, көрмеген адамдар, көрмеген біздің көрермендерге не үшін шуламаға. Не үшін мен барып көрім керек кино. Қазір не істеп отырсыздар, егер кинотеатрда очередьте тұрмасаңыздар, қазір не істеп отырсыздар? Я понять не могу. Пять способов манипуляции, почему я должна посмотреть? Пять способов, почему посмотреть? Пять причин. Пять причин. Не влюбиться в казаха. Давай, ты скажи две причины, я скажу две причины. И в итоге добьем. Давай. Первая причина – сходить на Шулама. Первая причина – это ты. Первая причина. Давай начнем со второй причины. Первая причина. Кричина? Айгаля она. Первая причина — это Алмаз, на самом деле. Я считаю, что в фильме он реально показал себя очень с другой стороны, потому что то есть то, что вы знаете в жизни, Алмаз такой, типа, то есть в фильме он играет другого персонажа. Он типа такой, он там убегает от ответственности, он такой... Не уверен. У него есть там драматическая сцена, где он там чуть ли не плачет. И такой у него есть китайские фанаты, да? Но об этом чуть позже. Нет, там нет. Но в целом в фильме он играет другого себя, реально. И мне это, ну, я считаю, что он классно отыграл свою роль. Вторая причина ради одной сцены с Даниаром Алшиновым там есть... Короче, да, Данияр Алшинов там очень интересный. Это та, на которую в трейлер зашла? Да. Но это там не только, в принципе. Он играет продюсера, кайф вообще за ним наблюдать. Я каждый раз вот смотрю там на предпоказах или там премьеры кезінде, да. Данияр Алшинов, кайф. Просто вот экран, да. Именно в этом амплуа, где он богатый, где он охуевший. И приятно на него смотреть. Мина... А в жизни? В жизни он кайфовый чел тоже. А Ян вообще кайфовый. Да. Ну, я видела, да. На съемках так смешно было, на съемках было сложно. Короче, она же заявляем Аяна, короче, заявляли Аяна как раз, когда он, типа, вот на пике тусы, когда они бухают, когда они... Это его первое появление. Да, вот заявляем его. И там
Он наливает в рот алкоголь карлику, примерно 40-летнему, да? Да. Но это же зашло в трейлер, по-моему, кажется. Я не помню. А, я нет, в тизере, по-моему, было. Да, в тизере, да. Был, да. И, а он был еще лысый и чуть-чуть такой темненький. И он маленький. Маленький, ну, он, ну да. Yeah. И во время съемок, когда он, короче, брейк момента, он же был пьяный. Uh-huh. И Аян, короче, сол образом, киде шахпай, короче, бастлар алында, короче, он уже такой пьяный был. И где Торетто? Говорит, Вин Дизель, где этот Вин Дизель? Где этот Вин Дизель? Говорит, типа, актеры на площадку уже снимаются, где Вин Дизель? Говорит, я, вау, давай рычать с этого. Я плачу, стою на... Хорошо, что он другого лысого не вспомнил. Именно во время, вот понял, когда нельзя смеяться, это же сложно не смеяться. Это еще добавляет. Кулька Кысканда, это же вообще страшно. Это хатта, короче. И Джанда Демеу, он молится, он говорит, брат, пожалуйста, говорит, не смеши. Он еще на английском говорит, bro, don't make me laugh, don't make me laugh. Просто повторяет это, повторяет, говорит, bro, please, bro. Но я там не мог, я там шутки там еще стрессовая писал. Ситуация, где у нас локация, они должны были нам дать, там, не знаю, 10 часов, дали 5 часов. Да. Просто, и мы все в таком темпе, быстро надо снимать. Динамично. Я злюсь, короче, вот такая ситуация. Да, да. И еще там Аян, короче, постоянно говорит, Вин Дизель, Вин Дизель. Где Торетто? Где Вин Дизель? А если эта съемка еще была в 3 часа ночи, то там вот этот эффект, да, смеха, да, он удваивается, да, это уставшие на съемках все, это всегда, да, так. Да, Алшинов еще приехал с других съемок, с другой площадки, не спавший, и приехал на нашу площадку, и он такой, его так, типа, да, истерика. Истерика. Окей, вот, а остальные, да, две причины? Сендея. Не три причины, сказал. Мен екеуайтты. Ты ему хотел еще три причины. Шынайтым, Аян дайтым. А, Аян третья причина. Аян мына бии бар еще. Ну, ему, кстати, очень идет играть таких бузок Байден Балла. Да, я ему, кстати, сказал, это Таймас в этот... Современный, да, современный. Типа, он вот это, он плохише, он хорошо играет плохише. А не, просто мило монотонцами, блин, да, он играет экран, да, вау, истерично. Это типа его фишка? Да, его фишка. Ну, он так танцует. Он так танцует, да, у него есть это. Мне кажется, четвертая причина... Потому что это мотивационное кино. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне вообще... я изначально планировали другой жанр, mm-hmm. но вообще мотивационный кино жанр выйти недооцененный никс. Mm-hmm. То есть... Я люблю такие вообще фильмы. Вообще очень крутой жанр. Мне ең жақсы көретін екі жанрым... Ой, байна, кешім сұрайым. Я извиняюсь сейчас. Ең жақсы көретін екі жанрым, біреу, бля, вот тут все вообще по-другому. Я на жақтан, я как будто в Ютубе сидел. Sorry. Это вот body movies, когда вот про друзей двух, там троих. И вот мотивационные тоже. Мотивационное кино просто маған, да. Ими өзім дейсті отырым, нақты. Короче, маған... Өте ұнайды, өйткені мен өзім мотивационный киноны жас кезімде қатты жақсы көрдім, да? Нежас кезімде. 100% брат, нокдаун, там, погони за счастье. Погони, да. Да, классно. То есть осындай, там, храброе сердце, там, ну, она больше трагедия, бірақ, енді, он бәрі. Это когда у тебя депрессия особенно? Апатичное, да, состояние, да, да, обязательно, да, смотришь мотивационный. Да. Я вот «Никогда не сдавайся», на раз, наверное, 70 посмотрел. Потому что я каждый раз перед тренировкой смотрел. Я занимался... Прям 2 часа просто. Да, я просто занимался джиу-джитсу. И типа там... Я из-за этого начал заниматься джиу-джитсу, потому что там болевые. И у меня было такое комбо джиу-джитсу. Это не просто там бразильское, а это когда руки, ноги, борьба, болевые, все, короче. Как UFC. Смешные, да. Да, и я прям кайфовал. Я каждый раз так перед тренировкой просто у меня ритуал был. Я просто смотрел, и потом тренировка выросла на мотивации. Так смешно, что Назал, да, в основном ты там музыка, да, мотивация ловилась, там, а это я фильм смотрю. Или там, прикинь, ну, типа, роман, дай-ка прочту быстренько перед джиу-джитсу. Миндивар, мойндай, бажуар, 4 тома, хан ментерий баш. Миндивар, сэль. Андай, өзіңнің маскулинностында сомнение оқ қалады ғой. Мен деген джентльмені де қараймын. Саған маңызды ма маскулины болу, кстати? Жоқ, маған маңызды емес, бірақ андай кейбір кезде болады ғой, андай бір сәл бір, как будто бір өзіңде бір чуть-чуть, ты не дозарядил, короче, типа. Что-то смузи пьешь, сумочка, и такой, блин. Да, что происходит? Когда ты уже не алмаз, а алмазик. Алмазик, да.
И этот, и вот сол кезде мен джентльмен дарам. А я в этот момент слушаю этот трек, короче, есть... Типа рок? Нет, есть трек, этот, помнишь, как назывался этот? 718. Джузей. У них есть альбом, называется вот 718, Джангл. А, это Джангл, да. Да, и у них там есть трек «Аллилуйя», и вот этот капец, я каждый раз слушаю, и у меня просто... Я когда первый раз, я помню этот трек, когда этот альбом вышел, и я включил его, и мне захотелось выйти драться на район, короче, такое было. Вот такое было ощущение. Скриптонит и Джилзей, ребята, хватит провоцировать людей биться на улице. Нет, там реально такой саунд, как будто ты идешь на районе, и ты хочется с кем-то зебануться, короче, типа сондай прям вайп. Минди недавно, Ниде Волда, Fallen Reverse, этим группор. Блиндер Майт, это вот рок-рэп, короче, там типа Fallen Reverse, короче. Повторное место. Я, Джок, сен ананы тыңда. Ай, сен балам, сен мен тыңда, бірінші осыны ананы тыңда. Я Fallen Reverse-тың, короче, What's the World Burn дейтін өлең бар, короче. Короче, шығып оп, ана овощный магазин қасында кетіп жатасың, арбуздар тұрғын келеді. Рух беріп жібереді. Да, короче, все, рух там бір. Мен рокты тек қана жынданған, а везде тогда. Вот если меня что-то раздражает, я вообще не слушаю рок, по сути. Ну, типа, для меня рок это, ну, по-скуфовски это будет AC/DC, например. Ну, это попсовое, не скуфа, а попсовое. AC/DC легенды. Да, и просто если меня сильно что-то раздражает, я включаю AC/DC на полную громкость, и все. И мне легче становится. Жестко. А вот и пятая причина, я закончу. Да. Пятая причина, я считаю, что я в этом фильме, возможно, проиграл много битв. Типа проиграл. Сценарные битвы, ну, там, может, да, я проиграл. Да. Где-то, может быть, я не до конца смог там актерский, ну, я не знаю, ну, мне кажется, нормально, но в целом я мог проиграть какие-то другие битвы, да, идеологические битвы мог проиграть там. Может быть, где-то я не все сцены смог круто сделать, но я считаю, что визуальную битву я здесь выиграл. А, ну там, ну да. То есть я смог сделать что-то... Эстетика такая, да? Я смог сделать что-то новое для себя. Я сам себя удивил в плане визуала. То есть для меня было вау, это получилось. Mm-hmm. Потому что там, ну, ты же смотрел эту сцену в стеклянном кубе? Я ее придумал реально в стеклянном кубе. Студия Мак, это студия место, это офис. Офис был, и там было 4 стеклянные комнаты. Я там сидел, и я на стенах расписывал, как я буду снимать. Там, в Кундо, да, что ли? Да, вот Кундо. Там, прикольно, ты там, да, придумал? Да, это? Прикольно. Я там, ты помнишь, мы постоянно в этой комнате сидели? Да. Там, короче, у нас стекло джазовери, там аркермен, джанжага, терезе, панорам. Турчак, терезе, я типа вот так сидел, и я думаю, блин, как это все круто можно, там вот как будто он должен их забрать в свою вселенную, типа, Лим, да? Как только они к нему зашли в комнату, все, типа. И Содангин, и у меня приходит, а давай все превратиться в стеклянную комнату, типа. И... Джанжер Капкарау пытает, все исчезает, типа... Да, и все, Басхамир, и в конце потом, когда он все, да, рассказал, да-да-да, и мы просто из нее выйдем, а там еще есть сцена, которая не вошла в фильм. А, где мы подписываем. Да, где он такой, типа, ну что, магия сработала, типа, да. Да. Ну, Даник там хорош. Да, Даник и Сол Захнада, вайба. Поэтому пятая причина, я считаю, что визуал в этом фильме, я, ну, честно, им горжусь. Оператор, ну, там... Эржан Якимас смогли сделать, да, круто. И оператор-дебютант. Вообще актер-дебютант. Айтюре-дебютант. Композитор. Композитор-дебютант. Сисл-дебютант. Сисл тоже дебютант. Сисл. Сисл. Казырган айттынго, что несколько битв проиграл. Жалпы критика ғалайсын. Я вообще с удовольствием. Фильм хуй. Прикинь, сразу. Вот у меня есть классная фраза от того, что кто-то сейчас скажет, что мой фильм хороший, плохой, критики напишут, от того, что мой фильм не станет ни лучше, ни хуже. То есть он останется таким же, каким я видел его на монтаже. Но критика, она имеет место быть. Не, она полезна для роста, я считаю, конечно. Андрей Булан, допустим, все, уже Мнайки Нодан Синдзен, ну, уже понятно, да, что он сделал оценку, что там мем проиграл, допустим, и все, и Келесу Инуда, уже ты там будешь стараться, допустим, эти вещи не делать, да. Мен просто көрдім, кинокритик барлай, біздің сон жазған несін статьясын. Карим. Карим. Да, и мен көрдім кезе только, ну, не знаю. Ты мен жұмыс дегенде, я? Мен бірақ Оқман тоже. Негізі көп, 4 рецензия болды үлкен, я считаю, что Каримнан, Галия, Орас и Киноман Досхан Астанинский чувак. И 4-ді оқыдым. С кем-то согласен, с кем-то не согласен, но бәрі 50 на 50.
То есть там нет такого, что все такие плохо или все такие хорошо? Вот. Мен просто, мен көргенде, менде біраз сұрақ болды, біраз сұрақ болды. Потом мен просто білем, что он там через такую мясорубку проходил просто этот фильм, и понятное дело, что там какие-то моменты ты уже, ну, уже не следишь за ним, поэтому, то есть, с другой стороны, ну, недавно радио да обсуждать кем был Нарсену, что это культурный феномен. Это культурный фильм. Mm-hmm. Не совсем так много фильмов, которые снимаются про музыкальную индустрию Казахстана. Mm-hmm. То есть там мы насчитали их всего там... Там либо байопики. Четыре штуки. Mm-hmm. Мы к байопикам только приходим. Таким, знаешь, таким кассовым, mm-hmm. который в кинотеатре. Да, Мухасан стал кассовым. Ну, он не кассовый, но он что-то собрал. Ну, более-менее. Это вот как накупился. Накупился. Да, это вот хороший пример байопика, короче. Да, допустим, который прокатывался в кинотеатрах. А на самом деле телехикая. Каждый на барго. Того, про этого, про того все это на самом деле. И вот тоже мимо. Оянгаза. Блин, был сериальный телехикая Улган, который просто... Бүкіл Алашыңға байопик қой? И кинотеатр. Алашыңға бар, я бар. Хороший был проект. Алмазик. Да, алжоқ, подытожим без? Подытожим, Шуламан, подытожим давай. Пять причин. Первая причина – это алмаз. Вторая. Ладно. Вторая, ты говорил. Вторая. Даник, да. Третья, Ая. Четвертое. Это что, это мотивационный кино? Что это мотивационный фильм. Бейсеншсе – это то, что визуально это Айтуре удивил в первую очередь себя, значит, удивит и всех. Окей, манипуляция сработала, я иду на этот фильм. Удиви меня, типа, раз мы понимаем. Да, бар, куремс. Алмазик? Аужен. Мисин, не шилтаным? Точно таным, мин, знаешь, мин просто профукал этот момент, когда ты стал моделью, типа, прикинь, мин просто... Я сам профукал. И куда бежишь, даже шасам за еще. Поэтому ты где-то сидел, спасти, халай, бермизгель, да, все, алмазкит парата джимстанга. У меня, знаешь, какой вопрос был, блин, я тебя перебил, да? Но это пройдите в тему. Вот ты же вот Бана сказал, ему задал вопрос, у тебя бывает ли сомнение в своей мускулинности? Вот у тебя бывает такое? Я вот мне уверен. Это нравится. Вот мне нравится, что у тебя нет сомнений в своей мускулине, сколько бы тебя не хейтили. Ну да. Ну я посмотрела твой инстаграм, я такая... Там очень интересно на самом деле. Знаешь, что... слышали что-нибудь про... Big Dick Energy? А, окей. На. Просто дальше. Я говорю, что я в целом себе уверен, я не говорю ничего. Хорош. А тебя часто хейтят, да? В инстаграме? Не то, что хейтят, ему на улице типа подходят и чуть ли пизду дают. А, серьезно? Ну, конечно. Да, просто даже... Ему два раза... Блин, мы же можем, да, это рассказывать, да? Конечно. Была же ты... Короче, был прикол, да? И вот, допустим, мы с ним тысячи лет знакомы, вот жена чокер, мем постоянно, эй, чокер, нечищ. И постоянно, короче, и бургин, ай там дами оған, короче, мин саған, говорю, а... Баллар Джеверем, говорю, и сен Айкут на Иркутет, короче. Он шутил, он всегда шутил. Я шутил, просто мы угораем, он говорит, все, извини, он такой, короче. И брыгны, он реально в сторис выкладывает, короче, типа, чоки. А я близкие друзья выложил. Близкие друзья. Как я еду с фингалом. Кузя, это же Айсултановская штука. Да. Батчатын чыгар жіберген ғой, прикинь, мен просто настолько потерялся, я ему написал, не я. Мне не весь брат это, да? Я говорю, я знаю. Брат, типа, ты угорнул. Это на самом деле, брат, очень похвально в этом плане, что... Потому что я, короче, тоже, типа, я вырос на районе, и у меня даже, при том, что там я не такой раскрепощенный, как ты, да, или там я не модель, у меня все равно там... Да, за стиль могут дать. Да, даже так, но у меня даже в этом случае иногда возникают все равно, типа, сомнения, типа, в том, что насколько я, короче, вот так, короче, типа. И... Это про гармонию с собой. А вот это ты понял. Самокритичен, да? Я нереально а самокритичен. А ты нет. А ты кто по знаку зодиака? О, Сохангельтко! Блин, ты кто по знаку зодиака? Сейчас начнется у него скорпион. Скорпион. Это поэтому? Алмаз. Я водолей. Всем водолей. А я стрелец. Скорпион. Слышишь, скорпион? Да. Скорпион, мне кажется, очень важно всегда себя чувствовать, типа вот... Да, такое. А я не слышала, я видела, что они ужасные. Нет, короче, жанр манипулятивный тем момент. Скорпионга слишком много возлагают.
Да? Вот типа ты скорпион, ты он такой агрессивный, жесткий, да, и все надо. Не, ну это типа стереотипное, типа, да, мышление, Миша. Но да? Есть действительно какие-то черты схожие у знаков зодиака. Ни одного нет скорпиона среди списка серийных убийц, простите. Серьезно? Ни одного скорпиона. Типа они не бывают скорпионов. Они просто не попадаются. Прикольно. Хорош, 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 хорош. А моделинг у тебя? Сол, я. Вот, не, мы вот, мы знакомы, пам-пам, он там с рабочего чата выходит, бац, Алмаз учит. Я реально, я профукал, когда у тебя столько подписчиков появилось просто. Нет, там даже не про платье было. Ну, андай ло, последний раз кашанцы, я просто адам страницы нагреб, когда подписчик Тараганчакин Харайсен Харамайсен. Кстати, мне часто говорят, потому что Ирин Холт у меня там. Да, ты изначально ты был блогером, да? Нет. Вообще нет, я всегда был за кадром. Ну, имейте в виду, я был менеджером артистов. Да. Мы там летали выступать, я там отвечал за его комфорт, условно, там, техрайдер, бытрайдер, чекал звук, оно много, я этим занимался. Еще ведущим был. И был ведущим там на мероприятии. Я вел, концерты вел, максимум, вот я тои не вел, ничего не вел, корпоративы не вел, только концерты, по идее, вел. А моделинг здесь или... Смотри, здесь есть, обычно как это работает, появляется mother agency, типа аналог агентства, которое тебя может, которые могут заключить договор с другими агентствами с разных стран. Аналог агентство. Аналог, ну, материнское агентство. Басқа агентстволар мен келісімшартқа отырады да, белгілі бір келісімшартта, белгілі бір шарттар бойынша сен ұшып жұмыс істейсің. То есть сені осы жақтан ана жаққа, Қытайға жіберді, иә? Бірінші Қытайға жіберді, Шанхайдың бір агентствосы CFM деген. Эмили. Скорее всего, она смотрит, она обожает Esquire подкаст. Эмили, привет. Эмили, ну, у тебя очень классная... Она в Китае, братан, какой Esquire подкаст? Она в WeChat или заходит. А мало ли, может, она по твоему имени там все ищет, смотрит. А может быть. Кто-то там говорит, давай? Может быть. Но у него очень классная внешность, у тебя очень классная внешность. Необычная. Саган, Неслихан, а ты говоришь, что с ней делать? Кем где? Маган, кто? Масага, что с ней делать? Актриса. Ну, действительно, я ее обожаю. Она очень красивая. Но есть, типа, черты какие-то схожие. Прикольно. Маган ледниковый период так сит порва. Да. Серьезно? Шашин Кыртсасан, Тильда Суинтонша. Масаға ұқсайтын деп масаға. Иә. Вообще адамдар. Масаның түрін біріншіден кім біледі? В общем, адамдар екіге бөлінеді. Вообще по типажу. Иә. Түр бойынша. Адамдар либо бақа. На животных похоже. Либо крыса. Так. Мысалы, сіз бақасыз. Так. Мен бақамын. Біз екеуміз крыса деп тұрмыз. Сен крысасың точно. Имеется в виду, строение это даже. Сен да крысасы. Мен год крысы мыть, конечно. Не, такой комплимент, конечно, никто еще не делал. Не, это не так, что типа баха это плохо, или там наоборот, крыса это плохо. Это просто, условно, Ильяс, вот чтобы вам понятно было, Ильяс тоже крыса. Вы теперь видите что-то? Погоди, где эта черта сходства? Ну, я не знаю. Либо вот же бока же. Вот же бока же. Реально же? По-другому смотрю на людей. Уже смотрю. Почему, типа, как ты их отличаешь? Не знаю. Вообще, это я думаю, я думаю, гоню, короче. У меня синестезия же. У меня очень странная ассоциация. У меня, например, есть такое, что я... Короче, комментарий жазм дашь, пожалуйста, камбаха, кам крыса, короче. Ну, зерен, как самоидентифицируйте? Я всегда думал, что я похож на, типа, орла. Ну, то есть у меня, типа, мой номикен, типа, да? Басын, да. Мен доберман де уля в жизнь мызын дворова. Не, брат, сон. Ой, ба. Крыса у вас. Это самооценка скорпиона. Сон, это тусим, брат. Рататуй. Не, слушай, ну ты... Не, ну это очень интересно. Не все, типа, могут видеть людей животными. Я вижу настроение машин, ты о чем? Я вижу, в каком настроении определенная машина. По фарам ты видишь или как видишь? Конечно. По глазам, условно, по фарам. По фарам. Ладно, там окей. Я вижу... Машинами сулисисендер, мин сулисем. Ну, кстати, мин ди сулисем. А я чувствую, когда захожу в комнату, какой там вайб.
Прям у меня цветовая энергия, короче, сразу, типа. Я захожу и сразу, чё, какая аура, типа, такая. Прикольно, да. Сондай бар. И дарковый вайп после меня сразу тезнях там китхау, говорят, короче. В общем, у меня моделинг-то случайно алкпетта, андай, мероприятие был, да? Біз, говорит, бакаларды қабылдаймыз. Не болды. Ну, раз они бакаларды қабылдайыз, значит, мне тоже туда надо. Да, надо. Нет, көп тышқан модельдер бар. Көп. Көп и очень успешный, кәдемі-әдемі. Типа, әдемі тұшқандар өте көп. Да. Yeah. Мысалы. Бірақ сендер отқан жоқсыңдар ше деймін. И, в общем, выступление болатын еді. Дюданды кетірдің, дюд қалайсың, бәріне сәлем айта берейік. Соның выступлениесінде оны бүйтіп что-то көтерді ма, бүйткен бірдеңе платформамен. И он себя что-то не слышит. Да, он поднимает, а там шоу именно моделинг, именно фэшн-шоу. Адамдар жүріп жатыр астында. Да, дефиле болып жатыр, тоже скуфское слово. А как же называют? Шоу. О май гад. Показывает уже тот же шоу дейді просто. I'm sorry. И сөйтіп, короче, она что-то өзін есіп тұрған жоқ, мониторы не работают, что ли. И мен андай томный взглядпен жүрмін әрі бері. Ты эффектно вышел. Типа, я такой злой, там хожу, что-то бір бәле, и так мұрныма су жетпей. И бір кісі кеп, типа, саламатсың в модель, да, дейді. Жоқ, дедім, да. Просто түріңіз баға екен, не шыға екен. Жоқ, деймін, да. И екінші татешка қолды, екеу бір кезде, я же первая пришла, бір бөле, деп отыр, да. Аслерлер, ұрспаңдар, деп мен, андай, өзіме, андай, приятно қолды. Ну, в общем, я екеуіне де нөмірін бердім, хабарласындар, десім, мекен жайды, дедім, в общем. Сөйтіп хабарласты, сөйтіп мен подписать еттім, мен қолымды қойдым, контрактты оқып шықтым. Бастапқы бір жыл, екі жылдай ма, я просто числился. Мен айттым, ұсақ-түйек проекттерге шақырмай қойыңыздар, потому что мына жақта индустрия аты көтімен жоқ. Бір 20 мыңға уақытымды кетіріп жүрген жылай не болмады. Мен айттым, үлкен бірдеңе болса шақырыңдар, айтпасам мен өзімнің шаруалармен жүре беремін дедім. Сен контрактың бітті ма сонда? Окей деді. Жоқ, әлі болады. Бір напитоктың рекламасында болды. Потом Пепси болды. Вот үлкен деп жасалған. Сол Пепсиден кейін бірден мені Қытайға жіберді. Вот сол, я сол резко, короче, бат, мен еще деген, прикинь, өмір бақи на него подписанный, неден оқимын, ол газет новостной портал. Модель из Казахстана, там, кейті. И, блин, вот сол кезде, ең мен қатем, комментарий жазып жіберемін. Ну, то есть, екіміздің вайбымыз, да, екіміздің вайбымыз. Олар түсінбейді ғой. Тесеміз бір-бірімізге. Икі тесем, потому что он алмазы, я алмазы, я такой... Мне уже вражда. Да, вражда, короче, из одной буквы, короче. И мен жазы жерем, о, позоришь мое имя, ты жазы жерем. И болды, о, брат, ты кто такой? Залемазы с маған деген. Там уже ата-бабасын айтып отыр. У меня, кстати, очень лояльно, если вот адамдар көріп отса... У тебя защитники чисто. Вообще просто махаббаттар, они очень лояльные, они очень... Короче, Астанада мені, Астанада мені реально, короче. Андай болды, Астанаға бардым, жұмыспен, деп сөзге бардым. Сонда, в общем, маған адамдар, көп адам жазды, андай. Мен как раз шетелден келгелі Алматыда жүрдім. И Астанада кеп қалып едім, бәрі, как тебя можно увидеть, қай жердесің? И даже андай, просто отельдегі стористан бір сары сызықтарды көргеннен ба, это же там, yes, бірденке апартментс, да? Қашан шығасың сен, мен сол жерде отыра тұрамын там. Я такой, нет, так не пойдет, короче. Я говорю, давайте встретимся тогда уже. Нарул жолда кейсик, сожди, прогуляемся, мороженое покушаем, пофотаемся. Барсам, талп, мен еще өзімше әзілдерді айында барғам, я не помню даже ким. Талпа тур, я растерялся. Стендап же сами. Я такой, пойдемте. Я всех, андай, говорю, жолға шығып кеттік. Кекер болай. А, жоқ, все. Стендапқа шығып кеттік. Да, оставьте это, пожалуйста. Да, оставляйте, ради бога. И кетіп бір, жолда кетіп барады, бір жерде тоқтап, суретке түсіп жатырмыз, адамдар нормально келді, мақтанған емес, бірақ көп адам болды, енді. Тұрмыз. Бір кезде артынан бір жігіт... Ожақта көп адам жинауға болмайды, білесің ғой? Сол ғой, маған бір жігіт жақындады, это что за типа митинг? Сол кезде мен, в общем, сыртқа шығып, ана кісіге айттым, ассалам алейкум. Максимально андай. Менде бір өзімнің жақсы бір жерімді білем, типа, когда вот одна черта, когда я вот это знаю, что у меня это хорошо получается. Мен я адамға, умею манипулировать. Мен адамға, в общем, жақсы располагать это вам, типа. Ну, дигіз целым. Дигіз пісадым, братан, осылай. No sweat, все нормально, осылай вот. А, все, деп, ол кетіп қолды, в общем. Сөйтіп тұрым, и артынан бір жігіт келеді. Деп тұрдан, ол қалшылдап тірілдеп тұр, короче. И мен бүйтіп, оу, дедім, это уже значок, типа, человек дрожит, это опасен, там, x4 к силе. Мен такой, сен ба алмаз деген? Я говорю, мен.
вот, все, ты, короче, попался. Все, я тебя поймал. Мен білгем сен, типа, стоит нам, да. И он дрожит, бір қол мен қолында, дрожит, дрожит. Я говорю, я не уколот, короче, мен. И он говорит, қазір өз сөздеріңе жауап бересін. Так. Я жоқ, сөздеріңе жауап береласын ба, дед? Жауап берелам, қай сөзім, дейм. Максимально на спокойном, потому что на фоне, я знаю, у меня стоит арава там. Во-первых. Но, во-вторых, дірілдеп тұрған нағырап, екінші ой, типа, она уже, может, оған вообще срать, может, қаз, мен басыма секіріп тұрды, вообще, она же говорит, кім білет, не, не агрессивно, ма? Өте агрессивно. Он стоит. У него вот так он стоит. Засы шығып тұр сұртына. Я қай сөзіме деймін. Қазақтың жігіттері сақталып кеткен деп айтқасым сен бір видеода. А это были, ну, типа, на фоне меня красят. Я на этом угораю, что меня красят. Ты над собой смеялся просто. Да, я над собой смеюсь. Вот, смотрите, у меня серьги, я в жопу долблюсь. Әзілдел. И она жігіт түсінбеген. Big energy, есінде ма? И... Big energy, да қиып тастаймын ғой, білесің ба? Big deep деп отырамын ба? Я же только уже слышала это. А, да? Damn. Damn. Көзім қалды. Сөйтіп, сөйтіп. Иә, сөйтіп, ана кісі, да. Ана кісі, ондай, прям. Напор, короче, жесткий. И я қай сөзіме деген, ой, сөз... О, айтты екен ғой. Қазақтың жігіттері сақталып кетті деген мен айтамын. А, сіз қате түсініп қалған боларсыз деймін. Мына кісілерді көріп түсті ма деймін, мына кісі талпа тұр ғой. Мынаның бәрі сол әзілді түсінген адамдар, күлген адамдар деймін да. Сіз өзіңізге қабылдап қалған шығарсыз, бәлкім есіңіз кім деймін. Білмеймін, бірдеңе деді, для меня это был белый шум, мне было срать, как его зовут. Я говорю, а, Ғаділбек, қате түсініп қалған боларсыз, егер сізге тиіп кеткен болса, мен кешірім сұраймын. Бірақ ол әзіл. Дедім да, тағы бір рет түсіндіріп бердім, ол уже замаринован, ол уже не айтарын білмей тұр. Короче, типа, андай болып тұр ғой, қазір мен сенің көтіңді айырамын, и видео түсіремін, где ты будешь в крови, там, типа, извиняться перед достойными пацанами Казахстана. Я говорю, ну, этого не произойдет, но мен кешім сұрамаймын, брат. Сол секундта артынан екі здоровый жігіт тұрған фотоцетіге очередьте тұр, да? И они подошли, такие, что случилось, да, что случилось. Я сразу такой, фуф, меня чуть подотпустил. Если честно, я боялся, что пизда, мен көтенінің кірпіштері құлап отыр ана секундта. Но ана жігіттер келді, не болып отыр деді. И сол екі жігіт келгеннен кейін ана жақтағы толпа, короче, фу, типа, ушел, уйди отсюда, типа, фу, я все снимаю, деген звуктар, короче. Ана жақтан угрозалар кетті. Я уже қыздар айғалап отыр. Я на него смотрю, типа, ну, что ты предпримешь? На него смотрю, жду. Ол тұрды-тұрды, да? Видеоға түсір онда деді, видео жаз деді, как ты извиняешься, мен айттым, жазбаймын дедім. Тұрды-тұрды да, развернулся и ушел, короче. И сол кезде, мен рахмет айтып отқан кезде, мен даже как-то көңілім босап кетті, что всегда в вот таких ситуациях я один. Ты встречаешься с этим один. Ты стоишь, ты не знаешь, что будет, он тебя ебнет здесь, что он с тобой сделает. А мына жерде менің жанымда адамдар тұр, реально менің адамдарым тұрғанын сездім, да. И жұлып кетті жүрегім, айттым, рахмет дедім, в общем. Ондай болып тұрады. Мен мына кісілерге ренжімеймін, наоборот, ол кісілерге мен түсіністікпен қараймын. Мне даже в каком-то смысле. Ну, я понимаю, короче. Ол популярностьтің екі жағы ғой. Ну, может быть. Ну, допустим, ну, білмеймін, қазір, ну, енді екі мнение бар ғой, сол жағы. И, допустим, өзіңнің айналаңда, там, бір қатты жақын айналаңда болмаса да, мүмкін, да, там, көршілер, таныстар, там, қосыстар, там, туыстар бар ма, айтатындар? Вообще, негізі біз бір пузыректе тұрамыз ғой. Где мы счастливы. Ол пузырек тан сен хочешь, не хочешь. Ол пузырек на сыртындағы нәрселер хочешь, не хочешь, ол пузырек кірет кейде. Көшеде кірет и так далее. Менің туыстарым в этом плане, короче, білет, что мне срать. Чего они там говорят, наверное? Наверное. Олар өйткені ойласа да ішінен, мүмкін даже өздерінің арасында айту мүмкін, не шаш, не анау. Не киіп алады осы алмас. Әсемнің ол неге жүреді өзі? Могут, может быть, за собой. И это тоже абсолютно нормально. As long as меған звандап, менің көңілгімді құртпаса болды, что хотят думать, да, құдай үшін ойлай берсін. А жақындарым мені қолдайды да. Мамам всю дорогу меня поддерживает. Біз 19 жасымызда екемізді мұрыннан мұрын боғағып, менің көзімден жасап екеміз жылап тұрып әңгімелескен бір әңгіме болды. Содан бастап екеміз достастық. Мамасымен таныстым жақында. Күшті предпоказ. А, предпоказ таныстырдың ғой. Мам, я люблю тебя. Алмасым, мамасы, мы вас тоже любим. Күшті, күшті әңгіме. Сол маған ешқандай айтпайды. Күшті әңгіме болған сияқты. Айтпа. Менің ойымша, біраз андай
жұмысты фук-фук деп қашып кеттік та. Өте бір... Қашымыз всегда такой. Жұмыстан қашу керек главное. Манипуляция. Бірақ әңгіме айтуға күшті оқшылықты. Әңгіме айтуға күшті оқшылықты. Не получилось. Дежавю, дежавю. Нет, вот так вот и получил. Я понял, да. Рахмет. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Келгендеріңе рахмет. Сергей, рахмет. Кайф болды. Я аж это... Мне жарко становится между тремя мужчинами. Да? Или что, Big Dick Energy-дан кейін? Ойбай, қой болды. Тут просто жарко. Их скорпион здесь. Брюзин вперед надо. Их скорпион, вот они. Вот. Мы скорпион. Ты выдали. Кішкене сухой в жүрсен, жақсы болады. Все. А, слушай. Все. Все, рахмет. Кайф.